Электроприводы, которые производятся в цехах этого завода, применяют во многих отраслях промышленности. В основном их поставляют на объекты нефтегазовых компаний, в агрокомплексы и даже на атомные электростанции. Эти устройства предназначены для управления трубопроводной арматурой. Мы, соответственно, сегодня поставляем продукцию, которая имеет спрос на рынке теплоэнергетики, то есть это исполнение общепромышленным и атомным. То есть продукция завода поставляется для атомных электростанций, как российских, так и зарубежных. То есть есть поставки в Бушер, Кудамкулам нашей продукции. Сегодня эти привода востребованы с точки зрения конкурентоспособности. Они имеют высокие степени по пыль-влагозащите, имеют, соответственно, высокие показатели по надежности, имеют сейсмоустойчивость до 9 баллов. Как и положено, все электроприводы проходят испытания в лаборатории завода. Специалисты проверяют, как техника выдерживает аномальную жару и холод и подвергается ли оборудование коррозии. Разработчики уверяют, что приводы работают без сбоев даже в условиях крайнего севера. В цехах за качеством сборки налажен тотальный контроль. В последние годы на внутреннем рынке спрос на электроприводы повысился в разы. В условиях нестабильной экономической ситуации производители начали активно разрабатывать импортозамещающую технику. На предприятии АБС ЗИМ автоматизация недавно презентовали целую линейку электроприводов с интеллектом. На данном испытательном стенде, на стенде ПСИ, у нас представлен интеллектуальный привод SKIM-2, который сейчас проходит ПСИ. Его возможности довольно-таки широкие, то есть он позволяет настраиваться как с помощью КПК по Bluetooth со смартфоном на базе Android, так и с помощью интерфейсов с блока ручного управления. Интеллектуальные приводы снабжены специальными контроллерами, которые позволяют повысить в разы точность управления арматурой и обезопасить ее от нештатных ситуаций. Подобные ноу-хау отмечают эксперты, способные конкурировать с зарубежными разработками. Если раньше компания-то Баш нефть, это компании из Татарстана, которые участвуют в добычке и перекачке нефти, покупали все европейское, немецкое в частности, то сегодня АБС взаимоавтоматизация загружена именно на поставку и замещение импортной продукции. Только за 4 месяца компания нарастила уже 50% к уровню прошлого года. То есть темпы роста 150%. И в большинстве случаев это именно в рамках реализации программы импортозамещения. Компания, это позволяет прежде всего компании закупать новое технологическое оборудование. Мы видим, что за буквально последние 2 года серьезно обновился парк технологического оборудования. При грамотном подходе, если делать акцент на профессионализм, на качество и на многие другие параметры, то, конечно, можно и нужно сегодня работать и быть успешным, конкурентоспособным и достигать успехов, целей и тех задач, которые намечены нами. На импортозамещающие технологии в республике делают ставку более 20% предприятий. В Министерстве экономического развития предполагают, что количество инновационных разработок в ближайшие годы увеличится в разы. Мы по итогам 2015 года завоевали 5-е место по Российской Федерации по инновационной активности предприятий. Понятно, что сегодня без внедрения новых технологий, без инновационных технологий мы не сможем конкурировать. И это понимают руководители организации. Поэтому закупаются новые технологии, закупается технологическое оборудование для выполнения этой продукции. Ведутся серьезные разработки, ведутся разработки с научными институтами, с вузами страны для того, чтобы быть конкурентоспособными, быть лучшими по отношению к и европейским, и американским нашим конкурентам. Эти позиции в республике намерены сохранить, и эксперты прогнозируют, что на местное ноу-хау спрос будет увеличиваться и дальше. Удовлетворить его чувашские предприятия готовы.